1 сентября, детям пора в школу, ну а мы снимаем обзор. Если бы мне кто-то раньше сказал, что, мол, Андрей, ты будешь снимать Супру, я бы даже не поверил. Но, ребят, сейчас этот шедевр стоит передо мной, и это просто, у меня вообще нет слов, реально. Это мечта, ребят, просто мечта. Еще в далеком 1992 году Исао Сузуки даже не понимал, какую легенду он создает. Вы просто посмотрите на эту внешность. Передние фары, а также задние фонари у нас рест, хотя машина сама дорестайлинговая. По двигателю у нас полный сток, 2 GZ атмосферный на 224 лошади. Коробка передач у нас 4-ступенчатый автомат. Ребята, вы просто посмотрите на этот салон. Я не перестаю удивляться. Просто сидишь как будто в кабине истребителя. Реально, это очень красиво выглядит. Стоит учесть, что крыша здесь кожа, задний ряд тоже кожа, впереди ткань. Но что могу сказать по салону, реально, повторюсь еще раз, ребят, это просто какой-то шедевр. Руль у нас итальянский Nardi Torino, настоящий спортивный. Еще у автомобиля есть установленные плюшки, которые придают ему просто сногсшибательный вид. Из плюшек данного автомобиля это активный передний спойлер. Также у нас винтовая подвеска, оригинальные диски BBS и опциональные тормоза. Точную оценку данному автомобилю дали в свое время специалисты из Top Gear, сказав, что она едет как Ferrari, ну а за стоимость Ferrari можно купить 2 таких автомобиля. Одну на автоматической коробке передач для повседневной езды, а вторую на механической для тачки выходного дня.